опытный технолог, который много лет уже работал с устройствами. Ну, а все, что находится в области до 10 нанометров, это уже трудно воспроизводимое, то, что по-английски называют state of the art. Ну, сказав, что наша структура имеет такие-то размеры, там, допустим, 15 нанометров, много это или мало, это не сказать ничего. Мы все здесь изучали физику и понимаем, что всегда геометрические размеры нужно сравнивать с некими характерными масштабами. Вот если говорить о нормальных металлах, то это, значит, характерные размеры, межатомное расстояние, длина свободного пробега, ну и для квантовой физики твердого тела еще важна так называемая длина сбоя фазы. Характерные размеры выписаны здесь, и вот та область, когда размер структуры больше, чем длина свободного пробега, но меньше, чем длина сбоя фазы, называется мезоскопическим. Для сверхпроводников там другие характерные масштабы. Ну и для сегодняшней моей лекции понадобится то, что для типичных наноструктур сверхпроводников, типа алюминия, титана, там, допустим, ниобия, это так называемая длина когерентности, которая в наноструктурах порядка 100 нанометров. То есть все, что меньше 100 нанометров, можно считать уже низкоразмерным. Я очень мало в своем докладе буду говорить о полупроводниках, но справедливости ради надо заметить, что там также существуют характерные размеры. Это, например, радиус ионизации, что составляет для кремния порядка нескольких нанометров. Значит, сейчас я очень быстро расскажу вам, как изготавливают наноструктуры. Я предполагаю, что, может быть, не все присутствующие в зале, в особенности молодежь, знакомы с нанотехнологией. Поэтому коротко скажу, что изготавливаются наноструктуры методом литографии, то есть через маску. Берется некая подложка, допустим, кремний, покрывается неким полимером, это жидкое оргстекло, потом по нему рисуют либо оптическим лучом, но там размер пятна ограничен полудлиной волны, а еще лучше электронным лучом. После этого те молекулы, куда попало излучение, у них разрываются химические связи. Если потом окунуть эту систему в некий растворитель, в простейшем случае в ацетон, то туда, куда попал луч, образуются дырочки, и, соответственно, потом сквозь них можно напылять нужные нам материалы, допустим, под разными углами, между ними производить процесс химического окисления, и таким образом формировать уже более сложные структуры. Ну, вот пример одной из структур приведем здесь. Ну, как я вам сказал пару слайдов тому назад, все, что где-то в области, приближающейся к 10 нанометрах, уже трудно воспроизводимо, что просто так, методом такой литографии, это не изготовить. И поэтому мы для исследования структур сверхмалых размеров и исследования размерных эффектов специально разработали методику уменьшения изготовленной структуры. То есть мы вначале использовали метод электронной литографии, получили некую структуру, измерили ее, посмотрели, допустим, в электронный оптический микроскоп. Если нет очевидных дефектов, засовываем ее в вакуумную камеру, в которой подведена ионная пуха. Ну а далее нужно вспомнить, что мы все делали с вами два дня назад. Мы с вами жарили шашлык. Вот, в принципе, то же самое можно сделать и с наноструктурой. Бомбардируя ее под разными углами ионным пучком, можно потихонечку объедать материал. Ну и картинка приведена здесь. То есть, например, на левой картине горизонтальная плоскость – это поверхность кремния. Все, что выше ярким цветом – это металл, в данном случае алюминий. А все, что ниже – это уже объеденная подложка. То есть после нескольких актов такой ионной бомбардировки низкоэнергетическим пучком у нас уменьшается наша металлическая дорога. И так мы могли опускаться, допустим, стартуя с 50 нанометров, там до 8 нанометров. Еще обратите внимание, очень важно, что вот всегда есть неизбежные дефекты. Они сглаживаются. Это тот же самый эффект, если взять, допустим, кирпич, кинуть на песчаный пляж, приехать через год, он превратится в эллипсоид вращения. Потому что частичкам намного выгоднее обдирать уголки, поэтому все неоднородности сглаживаются. Очень часто меня спрашивают, а как этот метод, насколько он вносит дефекты в матрицу металла? Ответ такой, что все зависит от энергии ускорения. Если использовать низкоэнергетические ионные пучки инертного газа, допустим, меньше 1 кВт, то они заглубляются в характерный металл на глубины порядка от 1 до 2 нанометров, что, как правило, соответствует
поверхности и так уже испорчены химическим окислением, поэтому практически можно считать, что это метод неразрушающий. Ну и вот еще очень картинка, которой я горжусь, это после нескольких актов ионного травления мы взяли силовой микроскоп и прошлись по вершинке ее. И результат приведен здесь на слайде. То есть по Z у нас амплитуда болтания высоты нашей наноструктуры плюс-минус 1 нанометр. А для алюминия, это алюминий, это есть плюс-минус 2 атомных слоя. То есть наша поверхность исключительно гладкая, и, соответственно, мы можем ее уменьшать до нужных нам размеров. То есть, резюмируя эту часть, есть методы изготовления наноструктур сверхмалых размеров, и более того, этот метод позволяет еще изготавливать структуры с исключительно гладкой, ровной поверхностью. Ну, а теперь, как я вам обещал, от нанотехнологии возвращаемся к микротехнологии и поговорим о знаменитом законе Гордона Мура, основателя фирмы. В далеком 65-м году, многие, наверное, сидящие в зале тогда еще не родились, он сформулировал знаменитый закон, что каждые 18 месяцев количество логических элементов на чипе увеличивается в два раза. И вот эта зависимость построена с 70-х годов до 20-го года, и видно, что, по крайней мере, на протяжении нескольких десятилетий этот закон хорошо выполнялся. Но справедливости ради нужно заметить, что в той же самой статье он, будучи не только выдающимся инженером, но еще и коммерсантом, сформулировал вторую половину своего закона, которая менее известна. О том, что для каждого уровня технологии существует оптимум, сколько элементов должно быть на чипе. Если вы изготовили их меньше, то ваша структура неконкурентоспособная. Если вы их изготовили больше, то она слишком дорогая для изготовления, вы не продадите такую микроструктуру. Ну и вот как это, мне кажется, сейчас смешно, в 1965 году у нас всего лишь было 100 транзисторов на чипе. Сейчас это уже больше 1 миллиарда. Ну и, естественно, разумно задаться вопросом, а всегда ли будет выполняться вот этот закон Мура? Ну, естественно, не я первый, кто задаю этот вопрос, и тот же самый Гордон Мур в 2005 году в интервью в журнале Washington Post ответил на этот вопрос сам, что с его точки зрения через 10-15 лет наступит предел этому закону. То есть уже не будет так быстро развиваться миниатюризация. Но если к 2005 прибавить 10-15, получается 15-20 лет. И вот то, что мы видим в настоящий момент, что действительно в районе 17-18 года вот эта в логарифмическом масштабе линейная зависимость перестала выполняться. То есть мы сейчас все медленнее и медленнее можем уменьшать размер характерной линии наноструктуры. Ну, в данном случае это, как правило, ограничивающий фактор, это ширина затвора на транзисторе. Ну и, собственно, об этом и пойдет речь. Какие же проблемы возникают при миниатюризации наноэлектронных устройств. Как я иду по времени, да, все надо. Итак, давайте займемся для простоты самым простым элементом, металлом, и будем рассматривать задачку из стандартного курса квантовой механики. Берем заряженную частицу массой М, помещаем ее в квантовую яму размером А. Ответ хорошо известен, оказывается, что спектр начинает квантоваться. Причем обратите внимание, чем меньше размер ямы потенциальной А, тем явственнее проступает эффект квантования. Он также обратно пропорционален массе. Если теперь применить это правило, допустим, к электронам в нормальном металле, свободным электронам, то если никакого квантования нет, ответ хорошо известен. Это параболический закон дисперсии. Энергия от импульса. Если мы теперь начинаем в каком-то одном направлении сжимать размеры, так что вступает в роль квантовый размерный эффект, получается, что одна парабола расщепляется на несколько, причем чем меньше размер А, тем выше они лезут, и тем больше между ними получается зазор. И обратите внимание, что если мы каким-то образом сможем зафиксировать уровень Ферми, то, во-первых, каждый раз, когда очередной размерный квантовый уровень будет его пересекать, будет наблюдаться некая сингулярность, и, наконец, когда самый низший уровень достигнет уровня Ферми и перейдет выше него, у нас произойдет переход металл-диэлектрик. Это чисто квантовый размер. Если сюда подставить характерные параметры для типичных металлов, ну, например, золото, там, медь какая-то,
Оказывается, что этот эффект должен присутствовать, но он должен наблюдаться на размерах порядка 1 нанометра. Что, в общем, прям скажем, очень-очень сложно. Тем не менее, такие эксперименты делали. Вот знаменитый эксперимент группы Вьера из Мадрида. Они назвали свой эксперимент уже заочно чуинг-гам-эксперимент. Представьте, что в жаркую погоду вы прожевали жвачку, наклеили ее на какую-то поверхность и стали вытягивать. Она становится тоньше, 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 пока, наконец, не порвется. Вот они таким же образом прикоснулись острием силового микроскопа к золотой пластине и стали вытягивать такую золотую перетяжку. И одновременно они измеряли электрическую проводимость как функцию диаметра и также измеряли силу, которая действует между острием микроскопа и подложкой. И то, что они увидели, что действительно при достижении размера порядка 0,3 нанометра у них и ступенчатая изменяющаяся проводимость упала в ноль, то есть произошел переход в электрическое состояние, и еще и сила стала тоже равняться нулю. Это действительно очень сложный эксперимент, который, тем не менее, еще и очень активно критиковался. Потому что что такое 0,3 нанометра? Это, собственно, одно межатомное расстояние. И поэтому критики говорили, да вы получили тривиальный результат, вы просто порвали свою перетяжку, поэтому и сопротивление стало бесконечным, и сила стала бесконечно равной нулю. Тем не менее, Вьера очень активный и хороший физик. В следующем эксперименте они поместили за своим устройством еще просвечивающий электронный микроскоп и показали, что на самом деле на размере 0,3 нанометра все равно еще есть несколько атомов золота, так что никакого механического разрыва не произошло. И это блестящее подтверждение эффекта квантового размерного квантования в нормальном металле. Но на самом деле не обязательно ухитряться и делать такие сложные эксперименты, можно немножко подумать, и оказывается, что в соответствии с той формулой в размерном квантовании, если выбрать материал с малой эффективной массой, да и к тому же еще с малой энергией Ферми, то такой же эффект можно наблюдать и на размерах существенно больше. И хорошим кандидатом является ВИСП. Проблема только в том, что надо изготовить монокристаллическую структуру, потому что этот эффект очень малой массы в висмуте с сильной анизотропией наблюдается только вдоль определенных кристаллографических направлений. У нас ушло порядка 2 лет на изготовление этой структуры. В результате мы ухитрились изготовить монокристаллическую наноструктуру. Обратите внимание, что вот в центре это действительно один монокристалл. То есть вот так, допустим, мы пропускаем ток, а между этими контактами меряем сопротивление. И то, что мы увидели, показано на правом рисунке. Теория предсказывает, что при достижении диаметра этой нитки порядка 50 нанометров должен произойти переход металла в диэлектрик, а наши эксперименты показаны здесь синими кружками, это температура жидкого геля. И действительно, приближаясь к 50 нанометрам, сопротивление резко возросло, и при этом еще наблюдались пики сопротивления или, соответственно, падения проводимости, которые соответствуют пересечению размерно квантованного уровня, уровня Т. Итак, это было про нормальный металл. Теперь что у нас есть про полупроводники? С полупроводниками можно поговорить на языке основных элементов электронных цепей. Ну, допустим, возьмем такой простой элемент, как конденсатор. Предположим, у нас есть 2 сильно легированных полупроводника, а между ними тонкий барьер из диэлектрика, допустим, не легированный полупроводник при низкой температуре. Если мы хотим всю эту структуру уменьшить до малых размеров, допустим, нанометровых, надо уменьшать как и голубые электроды, так и красный контакт. Но тут возникают чисто материологические проблемы, что когда толщина этого контакта становится порядка 2-3 нанометров, природа не любит таких тонких пленок, и они начинают прорастать дендритами, то есть происходит просто закоробка. Еще более сложная ситуация с транзистором. То есть, даже если мы постараемся сделать так, что у нас красная там, диэлектрическая область или там какая-то PN-переход, мы его сможем сократить до нужных размеров без материаловедческой деградации, существует эффект квантово-механического туннелирования, что между стоком и истоком ток начнет течь без относительно к тому, какой потенциал мы подали на базу. И это действительно уже так. Уже несколько лет назад, в начале AMD, а потом Intel, анонсировали с большой помпой, что они изготовили транзисторы шириной линии
8 нанометров, то есть вот эта капсула была 8 нанометров. Много об этом говорили, но эти транзисторы нельзя было использовать, потому что они всегда были открыты. Квантовые механические туннели. То есть здесь особо не разгуляешься. Проблема серьезная. Что еще можно ожидать в полупроводниках? Оказывается, что подвижность кремния, а кремний – это основной материал современной микротехнологии, у него с уменьшением характерных размеров уменьшается подвижность. То есть в пунктирной линии показана подвижность макроскопического трехмерного кремния, и при достижении размеров порядка 8 нанометров провода из кремния оказывается, что у него подвижность уже становится меньше. В общем, это тоже неразрешимая практически проблема. Есть некие теоретические предсказания, что если изменить фанонный спектр, допустим, инкапсулировать такой кремниевый провод в очень жесткую матрицу из алмаза, это, в принципе, можно сделать, тогда кремний будет проводить электричество и триболы малых размеров. Ну, понятно, что использовать алмаз только для того, чтобы кремний хорошо проводил электрический ток, это безумие. То есть и с полупроводниками совсем плохо. То есть резюме такое, что, грубо говоря, при достижении размеров порядка 10 нанометров, что в нормальных металлах, что в полупроводниках, у нас возникает проблема с протеканием электрического тока. Он не очень хорошо хочет течь через такие структуры. Ну а теперь маленькое упражнение по тому, чтобы рассчитать, каковы у нас мощности выделения в электрических цепях. Ну, например, если взять обычную кухонную плитку, и я правильно сделал расчет, то получается, что у нас в среднем на 1 квадратный сантиметр такого нагревательного элемента выделяется 6 Вт. Если посмотреть не вполне даже новые данные по транзисторам, то уже на рубеже тысячелетий, то есть в районе 2000 года, эта мощность была превзойдена, а в современных, например, ксеноновых процессорах интеловских, это больше 100 Вт на квадратный сантиметр. То есть они безумно горячие. И, соответственно, возникает соблазн, а давайте использовать сверхпроводники. Очень здорово. Это, собственно, та область, которой я занимаюсь профессионально, именно исследую то, как электрический ток протекает в сверхпроводниках сверхмалых размеров. Вот первое наблюдение сверхпроводимости в далеком 1911 году, когда измерялось маленький образец замерзшей ртути, и вдруг при температуре 4,2 градуса сопротивление упало до неизмеримой малой величины. Это именно та формулировка, которая была сделана Камерлингом Моносом, и за что он через 2 года получил Нобелевскую премию. Соответственно, если изготовить элементы, у которых сопротивление равно нулю, а ток может протекать, то мы можем каким-то образом избавиться от этого гигантского джоулевого выделения тепла, которое уже расплавляет современные микропроцессоры, если вдруг выключится охлаждение. Ну и, соответственно, можно задать вопросом, а существуют ли какие-то размерные ограничения на протекание такого бездиссипативного тока в сверхпроводниках. Ну, давайте на простой картинке, на которой все, что сверхпроводящее, обозначено зеленым цветом, а все, что находится в нормальном состоянии, попытаемся разобраться, как на протекание электрического тока в сверхпроводнике влияет эффект флуктуации. То есть, когда тут и там у нас могут случайным термодинамическим образом зарождаться нормальные домены. И вначале поговорим о вершине сверхпроводящего перехода, когда система еще практически вся находится в нормальном состоянии, но только тут и там могут зарождаться очаги сверхпроводимости. Ответ на этот вопрос известен, это так называемый предел Асламазова-Ларкина. И, в общем-то, не будучи экспертом в сверхпроводимости, а просто зная элементарную электротехнику, можно догадаться, что если у нас есть такая структура, в которой зарождаются области с бесконечно малым сопротивлением, то электрический ток будет стараться течь по ним, что приведет к сглаживанию вот такой вершинки. То есть здесь особо ничего интересного нет. Существенно более интересная ситуация, когда система находится практически в сверхпроводящем состоянии, но еще тут и там нормальное состояние борется со сверхпроводимостью. И опять-таки из самых примитивных соображений можно догадаться, то если у нас матрица сверхпроводящая, то ток потечет по зеленой части, не затекая в те красные области, в которых есть конечное сопротивление. То есть ничего интересного в трехмере и двухмере не произойдет.
соответственно, вот этот вот уголок, он будет исключительно острый. Да, то есть ситуация кардинальным образом меняется, если у нас квазиодномерный сверхпроводник. Тогда возникновение единичной вот такой красной флуктуирующей пробочки приведет к блокировке сверхтока, и, соответственно, система будет обладать конечным сверхпроводником. И, собственно, об этом я и буду говорить, используя сверхпроводник, сверхпроводящий провод, как самый простой элемент сверхпроводящей системы. Ну, давайте опять-таки рассмотрим длинный сверхпроводящий провод, характерные размеры так называемой длина когерентности. Не вдаваясь в подробности, это та минимальная длина, на которой сверхпроводимость может быть, может существовать или может быть разрушена. Соответственно, выберем его длинные. Известно, что за счет флуктуации могут возникать такие вот красные пробочки. Опять-таки, минимальный размер такой пробочки – это есть та же самая длина когерентности. И вот теоретики умеют показывать, что вероятность такого процесса, она пропорциональна той энергии, которую нужно закачать в систему, чтобы создать единичный такой нормальный домен, и нормировать ее на некую характерную энергию, которая будет бороться с этим процессом. И здесь возможны две ситуации. Первая ситуация – это когда эта энергия, это есть энергия термостата, КТ, и оказывается, что этот предел актуален для сверхпроводников в области сверхпроводящего перехода, то есть и на вершине сверхпроводящего перехода. Но есть еще и другой предел, учитывая то, что сверхпроводимость – это макроскопическое квантовое состояние, когда флуктуирует сам параметр порядка. И опять-таки для тех, кто не посвящен сверхпроводимость, параметр порядка, если угодно, это есть макроскопическая волновая функция всех тех электронов, которые принимают участие в сверхпроводимости. Ну вот, значит, эффект термических флуктуаций был предсказан теоретически и экспериментально исследовался в 70-х годах прошлого века. Использовались вот такие сверхпроводящие образования вискеры, усы. Кстати, у каждого из нас дома они присутствуют. Если вы найдете какую-нибудь старую оловянную ложку или покрытую лоловом или оловянный солдатик, и на ярком свете посмотрите на него в лупу, то увидите блестки. Это вот такие травинки, которые самопроизвольно вырастают. Причем они атомарно чистые и с характерным сечением порядка 1 микрометра. И вот далекие 70-е годы посмотрели зависимость, как сопротивление меняется с температурой, и действительно оказалось, что оно прекрасно описывается теоретической моделью. Но обратите внимание, что характерная область, где вот происходит размытие этого сверхпроводящего перехода, это порядка нескольких милликельвин ниже точки сверхпроводящего перехода. И все это потому, что сечение этого вискера, оно достаточно большое по сверхпроводящим меркам. Микрон – это довольно большая величина. А вот если теперь поговорить о квантовой стороне вопроса, то, как я вам сказал, сам параметр порядка может флуктуировать. Но это величина комплексная, как и любая волновая функция. Поэтому может флуктуировать как амплитуда, так и фаз. Соответственно, если мы построим, это некая гипотетическая картинка, как параметр порядка или его модуль меняется со временем, он вот так вот дрожит, но периодически происходят такие провалы до нормального состояния. А что в этот момент происходит с фазой? Фаза также дрожит, но в какие-то моменты она может меняться на плюс-минус 2 π. У меня 45 минут. Да. Да. Вот. Соответственно, то, о чем я буду в основном сегодня рассказывать, это вот эти эффекты, когда фаза резко меняется на плюс-минус 2 π, а в этот момент параметр порядка на короткое время зануляется. И этот эффект называется квантовым проскальзыванием фазы, или по-английски quantum phase dip, поэтому дальше у меня будет часто встречаться аббревиатура QPS. Ну и вот, как экспериментально мы эту проблему атаковали. То есть я вам уже рассказал, что мы можем методом ионного травления взять один и тот же образец и начинать уменьшать его диаметр. Например, концентрируемся на левом рисунке. Это алюминиевый нанопровод, который мы изготовили методом электронной литографии, а далее мы измеряли его сопротивление как функцию температуры, измерили, вынули из криостата, подтравили несколько нанометров, опять измерили. И вот что мы видим, что при переходе от 15-13 нанометров у нас всего лишь 2 нанометра диаметра уменьшилось,
а сопротивление возросло на три порядка. Еще один нанометр убрали, еще возросло. То есть никаким законом Ома наиграть это нельзя. И более того, если проследить тенденцию, то даже при самой низкой температуре, а критическая температура это здесь где-то 1,4 градуса, сопротивление не хочет стремиться к нулю. Ну а вот сплошные линии – это фиты по как раз модели квантовых флуктуаций. Ну это с алюминием, а если взять более низкотемпературный сверхпроводник, титан – это тот рабочий материал, с которым мы в основном работаем, оказывается, что тот же самый эффект наблюдается на размерах уже существенно больше. То есть это величины порядка 30 нанометров, что вполне реально достичь в эксперименте. Ну, справедливости ради, хотя я в основном говорил об наноэлектронике, соответственно, про электрическую проводимость, квантовые размерные эффекты наблюдаются на огромном количестве физических и даже химических явлений. Например, в тонких пленках сопротивление немонотонным образом зависит от толщины пленки. Окружающая поверхность пленок также меняется немонотонным образом как функция диаметра. Химическая активность. То есть, резюмируя, можно сказать, что из самых общих соображений, следующих из квантовой механики, оказывается, что многие физические явления, и в первую очередь электрические свойства, зависят от размеров, и начиная с некого характерного размера, что в нормальном металле, что в полупроводнике, что в сверхпроводнике, наблюдается ухудшение электрической проводимости вплоть до перехода в изолирующий. На этом я свою как бы научную часть заканчиваю, и у меня осталось по моим часам 14 минут для того, чтобы рассказать вам, что же дальше делать. То есть с этой точки зрения как бы у наноэлектроники никакого будущего нет. И действительно, если рассматривать прогресс наноэлектроники исключительно как увеличение степени интеграции за счет уменьшения размеров элементов, так оно и есть. Но оказывается, что те явления, о которых я рассказывал, могут иметь вполне реальные применения. Вот какие применения возможны? Ну, первое – это то, что у всех, наверное, на слуху, и куда сейчас толпой идут студенты, модное направление – это кубит. Что это такое? Классический бит – это запись информации, когда есть два состояния логических – 0 и 1. А в квантовой механике мы можем реализовать суперпозицию таких положений. И, соответственно, на этом можно построить квантовый компьютер, выполнять обработку информации, хранение, передачу, уже используя совершенно другие алгоритмы. Ну, эта тематика, как я вам сказал, очень модная. Соответственно, все, кому не лень, предлагают некие модели кубит. Ну и, честно говоря, многие из них представляют огромный интерес для фундаментальной науки, но абсолютно не скалируемы для того, чтобы сделать практическое устройство, например, компьютер. На мой взгляд, единственным на настоящий момент, в дальнейшем может ситуация измениться, это есть сверхпроводящие элементы, например, так называемые зарядовые кубиты или потоковые кубиты. Есть еще некие гибриды того и другого, где, например, в зарядовом кубите квантовая величина, это есть количество сверхпроводящих пар на вот этом маленьком островке, может быть 0, а может быть 1 пара. Соответственно, эти два состояния могут быть, находиться в квантовой суперпозиции. А в случае сверхпроводящего кольца, ну, нужно еще разбить их в электрической прослойке, чтобы был джезусоновский контакт. Это есть состояние, когда ток крутится по часовой стрелке, состояние, когда ток крутится против часовой стрелки. И они могут опять-таки находиться в состоянии квантовой суперпозиции. И все очень здорово, все хорошо работает, за исключением одной вещи. Что и тут, вот в этих местах, и тут присутствуют тонкие диэлектрические прослойки. И как говорят люди, которые занимаются кубитами, что это убивает когерентность. Что в этих диэлектриках существуют так называемые двухуровневые флуктуаторы, которые губят квантовое состояние на довольно коротких временах. И, соответственно, было бы очень здорово изготовить кубит, где не было бы вообще диэлектрических слоев. Теоретические работы появились в начале 21 века. Например, рассматривалась такая сверхпроводящая подкова, закороченная сверхпроводящим проводом именно в режиме квантовых флуктуаций. Это теоретические работы. А вот в 2012 году мы реализовали такую ситуацию,
Вначале я просто показал, что у нас возможна суперпозиция в сверхпроводящем кольце, а далее уже с коллегами из Японии была опубликована работа, где действительно был построен кубит, и было показано, что два состояния по часовой стрелке и против часовой стрелки тока, они находятся в квантовой суперпозиции. Следующее приложение – это так называемые кулоновские эффекты или транзистор, который не использует диэлектрический барьер. Ну, вот здесь от руки нарисованы вольт-амперные характеристики для обычного сверхпроводника, то есть, например, течет сверхток, но нет падения напряжения. Если же мы теперь возьмем такой сверхпроводник в режиме сильных квантовых флуктуаций, то в нем возникнет вот такая маленькая загогулинка. А если мы теперь возьмем режим, когда эти флуктуации очень сильные, да и к тому же еще у нас высокоомное окружение такой системы, то возникает парадоксальная ситуация. Это сверхпроводник, но у него есть область диэлектрическая. То есть мы прикладываем напряжение, а ток не течет. То есть сверхпроводник перешел в такое диэлектрическое состояние. Ну а те, кто знаком с этим, это есть не что иное, как кулоновская блокада. То есть мы можем построить на этом транзистор, полностью сверхпроводящий, в котором не будет диэлектрических слоев. Ну вот я однажды был свидетелем того, как Борис Альтшулер говорил, что когда экспериментатор показывает гамильтонианы, значит, у него что-то не в порядке с экспериментом. Тем не менее, я не побоялся взять из статьи Юлия Назарова с коллегами два гамильтониана, и можно быть вполне необразованным экспериментатором, чтобы увидеть, что для обычного одноэлектронного транзистора и для транзистора, где нет туннельных контактов, а есть два тоненьких провода, эти гамильтонианы абсолютно идентичны с точностью до замены перемен. То есть вся та физика, которая десятилетиями развивалась для таких систем, может быть применена для такой системы, где нет туннельных контактов. И только нужно заметить, что если здесь мы точно знаем, что вот тут и тут находятся два туннельных контакта, которые локализованы в пространстве, то в случае длинного сверхпроводящего провода в режиме квантовой флуктуации это есть динамический эффект, что флуктуация может возникнуть здесь, 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 здесь и так далее. Но есть одна проблема, что для того, чтобы реализовать эту ситуацию, нам нужно хорошо разрешить флуктуировать фазы. А фазы и заряд сверхпроводники – это квантово сопряженные величины. То есть нам надо хорошо зафиксировать заряд. А что значит зафиксировать заряд в системе? Это значит стабилизировать его поток. И, к сожалению, недостаточно просто использовать хороший источник тока. Нам надо стабилизировать заряд прямо в области нашей структуры. То есть мы должны достаточно близко к нашему объекту исследования, в данном случае это тонкий титановый провод, его здесь практически, наверное, не видно, у него диаметр порядка 30 нанометров. Надо подвести высокоомные контакты токовые, которые будут стабилизировать этот ток. Ну вот что мы увидели, это вот такая вольт-амперная характеристика, значит, это ток, это напряжение, действительно наблюдается некая область кулоновской блокады. То есть он переходит в режим изоляции. А если теперь рассмотреть более сложную структуру, то есть это был длинный сверхпроводящий провод, у которого было несколько секций, и мы могли измерять падение напряжения на каждой из этих секций, то каждый из них показывал эту кулоновскую блокаду, которая исчезает при повышении температуры, выше критической температуры. То есть это эффект сугубо связанный со сверхпроводимостью. Если бы это был какой-то паразитный туннельный контакт, то она бы существовала бы и при более высокой температуре. И более того, когда мы подаем на затвор некий электростатический потенциал, величина вот этой кулоновской блокады, она сцилила. То есть это классический одноэлектронный транзистор, но только построенный на сверхпроводнике, где заряд Е заменяется на 2Е, и более того, он еще построен без туннельного барьера. Ну и, наконец, последнее применение. У меня 7 минут осталось. Это попытаюсь я вам рассказать, как на этом эффекте квантовой флуктуации можно построить квантовый эталон сил электрического тока. Ну вот что известно на настоящий момент? А известно то, что вообще достойного стандарта электрического тока в настоящий момент в метрологии нет. Потому что система Си складывалась на рубеже 19 и 20 века, и на тот момент основная система для электромагнитных величин силы тока 1 ампер определялась через механическое взаимодействие двух бесконечно тонких, бесконечно длинных проводов,
надо было их поместить на расстояние 1 метр и измерить силу, которая действует на 1 метр длины такого провода, и когда она равнялась 10 минус 7 ньютона, значит, это тек 1 ампер. В начале 20 века, может быть, это и было достаточно, но сейчас, в 21 веке, измерение механических величин, это есть метод достаточно грубый, и, соответственно, ничего из этого хорошего не следует. То есть, де-факто, в настоящий момент в современной метрологии нету стандарта силы электрического тока. Есть стандарт напряжения из эффекта Джозефсона, и есть стандарт сопротивления из квантового эффекта Холла. Одно делят на другое, получают ток. Что крайне раздражает метрологов, которые постоянно говорят, вот вы физики ничего не делаете, придумайте хороший квантовый стандарт силы электрического тока. Ну, значит, что по этому поводу можно сказать? Что некий аналог квантового стандарта напряжения, так называемый эффект Шапира, который революционизировал метрологию, построит стандарт напряжения электрического с точностью до 10 минус 9. То есть, по этому принципу на наших сверхтонких сверхпроводящих проводах можно построить аналог стандарта электрического тока. Если взять вольт-амперную характеристику обычного Джозефсонского контакта и облучить его высокочастотным сигналом, то наблюдаются вот такие квантованные ступеньки тока, положение которых зависит только от частоты и универсальных постоянных, скорость света и постоянная планка и заряд электрона. Поскольку наши системы, они дуальны, я вам показывал, что гамильтонианы одинаковые, если взять теперь вольт-амперную характеристику сверхпроводника в режиме квантовых флуктуаций и облучить его высокочастотным сигналом, будут возникать квантованные ступеньки тока. Заряд куперовской пары 2Е на частоту. Соответственно, мы изготовили такую структуру. Здесь опять главная проблема, это было сделать очень высокоимпедансное окружение. В данном случае это было система Джозефсоновских контактов, то это были SAS-контакты, через которые мы подавали ток, и у них было очень высокое динамическое сопротивление 10⁻⁷ Ом. И когда мы потом облучали систему высокочастотным сигналом, на вольт-амперах возникали вот такие квантованные ступени. И действительно, если построить зависимое положение ступени от частоты, то они хорошо укладываются на такую линейную зависимость, соответственно, силы. То есть это демонстрация того, что можно действительно в этом направлении сделать квантовый стандарт силы электрического тока. Но проблема пока на настоящий момент в аккуратности или в точности. Максимально, что мы смогли получить по ширине этой линии, это где-то 2% точности. А метрологам нужно, ну, по крайней мере, 10 минус 7. То есть это то направление, над которым мы постоянно работаем, пытаемся улучшить устройство нашего квантового стандарта. Ну и, наконец, выводы. То есть вначале я вам рассказал о том, что уменьшение размера твердотельных электронных систем неизбежно приводит к тому, что у нас возникают некие квантовые или даже, может быть, классические размерные эффекты, что в этом смысле будущего наноэлектроники как просто тупое уменьшение размеров нету. Но, тем не менее, возникают интересные новые явления на сверхмалых размерах, которые можно использовать для нужд народного хозяйства. Благодарю за внимание и думаю, что все-таки наноэлектроника развивается будет. Ну, нет, я формальный слайд о том, что мы работаем по гранту и уважаем грантодержателя и того, кто дает нам этот грант. Ну и пока я буду отвечать на ваши вопросы, можете посмотреть на публикацию. Спасибо. Так, у кого будут вопросы? Тема необычная, да? А вот это самое... Там у вас, помните, вы говорили про кулоновскую блокаду, да, зависимость тока от сопротивления, и был участок, где ток был равен нулю. А и там что-то там зависимость не гистерезисная. Вот будьте добры, еще. Нет, еще дальше. Еще. Да. Вот, да. Нет.
Вот, похоже на гистерезис, нет? Вот. А, хорошо, спасибо, спасибо. Спасибо большое за интересную лекцию. Вы рассказывали, что при уменьшении размеров проводников их сопротивление перестает быть нулевым, да? Оно повышается. Да-да-да, сверхпроводников. Однако существуют еще высокотемпературные сверхпроводники, состоящие из атомов двух различных химических элементов, составные, да? Для них тоже наблюдается такая же картина или у них есть какое-то отличие? Так что этот эффект должен присутствовать всюду. Но поскольку высокотемпературная сверхпроводников очень высокая физическая температура, этот эффект будет наблюдаться на размерах порядка нескольких нанометров. Что просто технологически пока никому не удавалось нам наблюдать. Во-первых, многие пытались, ничего не видели, многие должны диаметр 4. А чем ниже эта цель, тем эффект становится более и более ясным. Так, еще у нас. Так это у вас в какой организации это делать? В Петербурге формально профессор в высшей школе экономики, но реальный эксперимент я делаю. Спасибо. Ну ладно. Пожелаю вам успехов тогда.